Когда человек собирается в поход, ему непременно нужно взять с собой не только еду, но и несколько полезных гаджетов для выживания. Эти устройства помогут безопасно пережить несколько дней и упростят нахождение человека в непригодных для него условиях. Например, различные мультитулы, многофункциональные инструменты и гаджеты для передачи местоположения. О них сейчас и расскажем. Оубой. Оубой – это носимое на запястье устройство со спутниковым модемом и встроенной спутниковой антенной, которые позволяют отправлять данные, сообщения, координаты GNSS и так далее, даже вне зоны покрытия мобильного телефона. Оубой предлагает три услуги безопасности. Первая – GetMe. Часы способны отправить SMS с текущими GPS-координатами сразу четырем контактам. Вторая – RescueMe. Отправляет сигнал SOS в центр координации действий в чрезвычайных ситуациях, который затем направляет спасательную команду. И последнее – TrackMe. Эта функция позволяет отправлять местоположение GPS с заранее установленными интервалами одновременно четырем контактам. Оубой может работать не менее 20 дней в режиме ожидания и отправлять не менее 48 сообщений, просьб о помощи или точек отслеживания на одной зарядке. Часы будут работать даже при температуре ниже 0 градусов по Цельсию. Wallet Ninja. Мультитул в кошельке. Да, такого не бывает. Но как тогда назвать Wallet Ninja? Он абсолютно плоский и выглядит как кредитка. Поначалу не веришь, что на такой маленькой вещице помещаются 4 отвертки, 6 гаечных ключей, открывашки для бутылок и консервов, ножи для фруктов, конвертов и коробок, гвоздодер и еще линейка. А если засунуть в специальное отверстие пластиковую карточку, все это превратится в подставку для смартфона. В общем, ниндзя в кошельке – это набор инструментов для прожженного путешественника вдали от дома, причем в экстремально компактном исполнении. Хендпрессо. Если кофе и утро для вас синонимы, не отказывайтесь от приятной привычки только потому, что в походе отдыхаете на берегу моря или отправились на хайкинг в горы. Возьмите с собой ручную экспрессо-машину Хендпрессо. Капсульный гаджет чуть больше футляра для очков варит кофе, как заправский бариста. И главное, делает это без электричества. Основатель компании, главный идеолог Хенрик Юлю Нильсен, будучи большим любителем эспрессо, он был в одной из своих многочисленных поездок, когда ему в голову пришла идея создания переносной кофеварки. Прошло всего несколько лет от задумки до запуска первой ручной кофеварки Хендпрессо. Налейте в приборчик горячей воды, например, из термоса. Накачайте насос, нажмите на кнопку и готово. Теперь даже в палатке или на пикнике можно баловать себя ароматным эспрессо. Для автомобилистов есть компактная эспрессо-машина, которая работает от прикуривателя и готовит кофе не только из капсул, но и из обычных молотых зерен. Aberox Multitool. Перед вами новая концепция мультитула. Разработчики объединили зажигалку, рыболовный инструмент, вольфрамовый стеклобой, отвертку, свисток и даже резак. Основная часть изготовлена из авиационного алюминия, мелкие детали внутри изготовлены из нержавеющей стали. Мультитул прочный и долговечный. Он сочетает в себе самые необходимые инструменты, функции которого вам всегда пригодятся. Предмет предназначен не только для повседневного использования со всеми этими небольшими инструментами. Он также является идеальным снаряжением для выживания или самообороны в чрезвычайных ситуациях. Более того, он может стать прекрасным развлечением, позволяющим скоротать время на открытом воздухе, благодаря наличию рыболовного инструмента. Мультитул выполнен в форме стержня, который удобно закрепить на рюкзаке, сумке или переносить в багаже. Annihilate. Annihilate F8-3 – это многофункциональная походная лопата. Помимо своего очевидного назначения, она может выполнять самые разнообразные задачи. Например, такой лопатой можно колоть дрова, рубить толстые металлические прутья или пробираться сквозь густую чащу. Рабочая пластина инновационного изобретения Annihilate F8-3 изготовлена из прочной нержавеющей стали, а ручка – из авиационного алюминия. Небольшой вес лопаты в 1 кг 600 грамм, тем не менее, обеспечивает ее невероятную стойкость и длительный срок эксплуатации. Нажатием специальной кнопки можно регулировать положение металлической части лопаты. Рукоять устройства имеет несколько секций, в которых находятся дополнительные инструменты, например, нож, топор, прибор для розжига костра.
LifeSaver. LifeSaver – многофункциональный гаджет, который вмещает в себе все необходимое для выживания в дикой среде. Представьте, что вам срочно необходимо воспользоваться мобильным телефоном, а заряд аккумулятора на нуле. Инструмент оснащен USB-генератором, который производит энергию за счет механического воздействия на специальную ручку. Также оснащен встроенным ультрафиолетовым очистителем воды. Чтобы очистить жидкость, достаточно набрать ее в отдельный сосуд. Затем, включив очиститель, направить его на воду. Таким образом, все вредные микроорганизмы, которые находились в жидкости, будут ликвидированы. Основа выживания в лесу в ночное время – наличие костра. Именно поэтому девайс оснащен плазменной зажигалкой. С ее помощью можно развести костер даже под дождем, используя мокрый материал. А мощная встроенная сигнализация позволяет отпугивать незваных гостей. Рипьюри. Во время путешествий в условиях дикой природы постоянно ощущается нехватка чистой питьевой воды. Чтобы обеспечить себя незаменимым ресурсом, стоит предварительно приобрести компактную бутылку из нержавеющей стали под названием Рипьюри, которая предназначена для качественной фильтрации воды. В верхней части бутылки располагается мощный фильтр, который способен устранить 99,99% любых вирусов, примесей, химикатов и других вредных веществ. Инновационная бутылка набирается очень быстро за счет наличия вакуумного элемента, который активируется нажатием на мягкие бока в середине емкости. ProChemTech Fast Fire Stick. ProChemTech Fast Fire Stick – это компактный и эффективный труд для розжига огня. Его можно зажечь различными способами – от искр зажигалок, углей и от спичек. Способность воспламеняться такова, что труд даст огонь от искры зажигалки, даже если в ней закончился газ или бензин. Fast Fire Stick является универсальным средством для розжига с сочетанием качеств мгновенно воспламеняться от небольшой искры длительным горением, устойчивости к атмосферным воздействиям и долгого срока хранения без потери функциональности. Труд изготовлен вручную для достижения превосходных характеристик розжига при неблагоприятных погодных условиях. Компактный дизайн вместе с относительно мягкой текстурой позволяет легко резать Fast Fire Stick ножом и легко подготавливать стружку для розжига. Вам не нужно разворачивать Fast Fire Stick, обертка тоже горит. Просто возьмите Fast Fire Stick в поход, на рыбалку или охоту и наслаждайтесь теплом костра в любой ситуации. Не забывайте ставить палец вверх, если вам понравилось это видео, а мы постараемся сделать еще больше интересных подборок для вас. До встречи, друзья!